Là, voilà, ça fonctionne, ça va comme ça. Allez, salut, salut les gars, voilà. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer un peu quelles sont la nourriture, voilà, ici chez nous. Quand je dis chez nous, ici en Russie, voilà. Donc, je vais vous présenter une personne qui est là, qui est en train de préparer. Donc, salut! Salut! Yeah? Salut! 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 Сегодня мы готовим лазанью. We're cooking lasagna. Lasagna, aujourd'hui, c'est ça. Donc, on va comme ça essayer. La vidéo, la qualité de la vidéo n'est pas assez. Voilà. Mais quand même, essayez de voir. Ça, c'est du spaghetti. Voilà, c'est du spaghetti. Donc, on va voir un peu ce que. Est-ce un spaghetti? Подожди, здесь же есть на французском. Мы сейчас найдем. Где френч? Вот, читай. Это с вас спагетти, док, я вам... Пат, де, самуль, де... Пат? Пат, это что? Спагетти. Еще не знаю, как это. Пат, это спагетти. Окей. Ну, хорошо. Пат, это самуль, это спагетти. Ну, хорошо. Это без глютена? А, глютен есть? Конечно. Окей, donc, on va voir un peu par quoi elle commence. А как это готовить? Ну, как начинает это? Типа. Да, я уже на самом деле начала, как already started. Короче, here we have meat. Meat, onion and carrots. We just fry it, mix together. Very tiny, small pieces. C'est vrai que vous ne savez pas comment elle a commencé, mais au moins, voilà, suivez la procédure, c'est un combien. Voilà, donc... C'est un peu ça. А как мы сможем это кушать? Ртом. Но по хлебу с хлебом или что? Ну, у нас есть, как ты сказал, спагетти, да? Да. Вот. И мы будем put meat and vegetables between pieces of spaghetti. Да. And also we'll add some sauce, bechamel sauce. Ага. Да, мы сейчас будем готовить соус бешамель. А бешамель это соус именно что ли? Или как? Бешамель это бешамель. Я не знаю, что это. Что? Это соус бешамель. А это? Да. Это перец. Это перец. Donc voilà. Спасибо, мама. Мы используем на пимент. Maintenant ici. А это специально для пасты болоньезе. С набором. Мало. Мало? Ну, типа, есть. Donc, elle dit comme ça que le piment est peu. Alors qu'avant, elle ne consommait même pas du piment. Mais maintenant, elle dit le piment est peu parce que elle est habituée à consommer du piment. Donc, voilà. Donc, je répète encore, c'est ce qu'on veut préparer. C'est ce qu'elle a. Ce sont des pâtes. Voilà. Donc, ce sont des pâtes en italienne. Бешамель. Да, тут он вообще, подожди, бешамель это френч соус. Бешамель? Да, возможно, да. Это именно, если это имя, то можно и французский, и... В общем, смысл вот этого соуса, типа, для России, да? Нужно взять milk, пара. Milk? Milk, пара, масло. Масло. Да. И flour. Flour. А типа теперь объяснять, как мы сможем это готовить? Ну конечно. Но мы просто мы начально мы не знаем ничего. Тогда объясняй, чтобы они узнают, почему, а как. Ну
Вообще, как ты это получила, да. Это очень popular dish. Все, we done with it. Ага. Вот, теперь объясняй. Окей. Ну, на самом деле, типа, the technology is very, very simple and easy. So, лазанья это... Не знаю, как сказать. Французский или японский. Смотри сюда, и показано все продукты, если есть что-нибудь остальное. Ну, я уже говорила, да, что у нас сначала мы должны готовить, first of all, we cook meat, тут будет фарш. Фарш, да. Meat, чтобы фарш? Да. Типа, как я знаю. Да. Яркое? Ну, фарш, это когда meat... Маленький. Да. Да, это аще. Аще, вот, нам нужно аще, у меня это турки, turkeys, да. Аще. Но это не важно, можно chicken взять, можно beef, it doesn't matter. Mm-hmm. Вот, и мы это fry with vegetables, with carrot and onion. And also it's salt, spices. Sauce, да. Tomatoes. Ну это мой рецепт, tomatoes. Можно нам, without нам не tomatoes? Нужно. Это не обязательно, это я добавляю. И перец тоже я добавляю, они там не добавляют. А перец? Вот. Это first step, перец. Да. А перец не надо? Это только ты, который... Это только я. Вот. But это first step. Second step. We make bechamel sauce. Again. Butter. Да. Milk. А бешамель соус тебе нужно что? Молоко? Молоко, масло и мука. И мука? Не мука, а мука. Ну, хорошо. Вот. У меня здесь много очень ее. Я люблю кук. Я кук вари окон. Ну вот. А потом, когда мы сделаем when done with бешамель соус, мы берем вот эти штуки. Спагетти. Да. Хотя для меня это не спагетти. Ну ладно. Ну это паста, все окей. Паста просто мы называем спагетти. Смысл в том, что потом мы добавляем сюда соус бешамель, да. Немного. Угу. Then этот piece of спагетти. Like that. Ну я буду показывать. Ну когда ты будешь, да. 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 Вот так. Нужно cover этот соус. Uh-huh. Полностью. Да. То есть я буду делать вот так. Это как пазл. А соус будет внутри или что ли? Сначала бешамель, он under. Ага, а это на верх? Да, потом спагетти. Then meat. Uh-huh. Then meat. Then again sauce. And again spaghetti. И так мы будем делать, не знаю, 3 times maybe. Окей, donc, à tout à l'heure les gars, pour voir la suite. Bechamel sauce. So we need butter and milk. Больше? Чтобы он идет. Так. Все будет работать. Если он идет, должно все не видно. Ага, да, вот. Нужно немножко подождать. Да. И после этого лука должно быть во все место. Угу. И одно там место. Если одно, он будет так. Мука. Угу. Угу, да. Вот
можно было еще больше масла добавить. Да, но если мы не хотим много, тогда окей. Мало. Ну да, давай что-нибудь еще. Давай еще масло добавим. У тебя ножик. Ножики закончились. Ну, нельзя, чтобы это горело. Все, надо вложить. Это значит зависит от количества, которое мы хотим. Если ты думаешь, вот это мало. Если ты думаешь, что все окей, тогда окей. Я думаю, что вот так. Ну вот. Теперь нужно добавлять спайси. Спайси? Спайси, значит, все спайси, которые у тебя есть. Нет, спайси здесь. Ты уже дома? Да. А то, что же должно быть. Сюда, да. И соль тоже. So now we'll put it together. First, bolognese sauce. Oh.
I tried. Last step. We need mozzarella cheese. Ну, вот. Где-то показывает. Вот. Моцарелла. Любой другой сыр тоже окей. Any other kind of cheese also okay. И все, we cover it with cheese. And then put our lasagna. Теперь надо лапку подождать, и мы будем ее ухаживать. Подождать или что, надо сразу? Вообще надо чуть-чуть подождать. Чтобы он делает не рассыли? Ведь она очень горячая, и это... тарелку, чтобы мы посмотрели эти слои. Да? Да, bueno, esa función, se va con esa.